Очень жаль, что мое космическое путешествие подходит к концу уже, потому что, ну, потихоньку подходит к концу. Это, правда, неизвестно, когда оно еще кончится, потому что у кого-то рано заканчивается, у кого-то позже. Это наша жизнь, да, всего лишь космическое путешествие сюда. Мы завтра там уснем, проснемся, опять будем вместе, только там будет все по-другому уже. Но вот наша жизнь, это так же, как любая история. Вот мы в Коктебель приезжаем, сначала мы радуемся, все, а потом надо уезжать, и мы грустим. И я тоже грущу, потому что возраст... Я люблю эту жизнь, ребята, люблю. Я настолько люблю эту жизнь. Я люблю Вудик, я люблю ребят, друзей своих. Тебя люблю. Я люблю эту жизнь. Вот эту вот, какая есть. А там что будет? Да, это то, чтобы не грустить. Вот, чтобы не грустить. Вот, ты же никогда понял, о чем я хотел сказать. Слушай, а я руку не меняю. Я пойду, мне очень созвучно. Блесни мне в левую. Нет, очень созвучны твои песни. Очень созвучны. Я понимаю, хорошо, да. Правильно. С днем рождения, Александр Игоревич! Это песня серьезная, поэтому... Это очень серьезная песня. Серьезная песня. Спортивная. С днем рождения, Александр Игоревич! Когда у нас был флаг, так, вот этот копский, секта копская, тишина, как ты белишь. И плакат, что не пьем, завтра нет. Тишина. Год второй был у нас. Тишина. Ну, как ты белишь. Да, человек. Представьте себе, идет 23-й съезд Коммунистической партии Советского Союза. Все сидят, слава тебе, Господи. Стоит хор, стоит, и запевающие там были, я уже не все помню там эти, ну, вот, примерно начинается так. Начинается тихонечко, это торжественно, это все должно быть торжественно, и просто так. Водички. Так. День за днем идут года, зори новых поколений. Но никто и никогда не узнает имя Ленин. И вместе Ленин всегда живой, Ленин всегда со мной, в горе, в надежде и в радости. Ленин в моей судьбе, в каждом рабочем дне. Ленин в тебе и во мне. Ты находишься на улице Ленина. Да, да. Однозначно. Мы находимся на улице Ленина. Это символично. Я хочу сказать, что... В отличие от Коли Вайстера, который у нас есть большое преимущество, он даже слышать его не мог. А мы просто юмор, мы с юмором это делаем и все. А что нам, умереть что ли из-за этого? Короче, вдохновленный Джемом Ингрэмом. Дорогой Леонид Ильич Брежнев, экономика должна быть экономной. До сих пор эту тайну никто не разгадал. Дорогие друзья, я очень признателен вам, что зашли ко мне в этот знаменательный день рождения нашего друга Александра Травина. А сейчас я хочу вам напомнить о том, что находитесь вы на улице Ленина. Оригинальное ее название Широкая. Улица Широкая. Держи, говорю. Она уже несколькими раз меняла свои названия уже в моем. Я тут нахожусь с 2001 года. Вот. И она уже при мне несколько раз меняла свои названия. То Ленина, то Широкая, то Ленина, то Широкая. Поэтому, ну что вам сказать, есть такая песенка, которую я вам сейчас изображу. Называется «Приглашен был к тетушке». Я на день рождения с женушкой. Давайте, ребята. Как-то в воскресенье тетушка, как правило, каждый год рождается. Вся родня у тетушки выпить собирается. Улица широкая, а
чего же ты улица такая кривобокая? Улица, улица, улица широкая, а чего ж ты улица стала кривобокая? А сначала шли а потом стаканчики, а потом в глазах моих засверкали зайчики. Я обнял жену свою, Нину Константиновну, а потом не помню кто обозвал скотиною. Улица, улица, улица широкая, а чего ж ты улица стала однобокая? А как дядька драться стал, замахнулся палкою, а потом не помню кто меня треснул скалкою. Тут все помолилось, тут все покатилось. А потом не помню я, что всё со мной случилось. Улица, улица, улица широкая, а чего ж ты улица стала кривобокая? Улица. Там стал я раньше всех, морда вся украшена. Ну, в общем, рыло стало страшно. Рыло стало страшно. Улица, улица, улица широкая. Улица, улица, стала кривобокая.